нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. 20 февраля в юбилейном микрорайоне города Краснодара состоялось открытие памятной доски герою Советского Союза Дубли Ивану Миновичу. Спустя 100 и даже 1000 лет ничто не будет забыто, ведь без памяти о прошлом нет будущего, и подвиг легендарного танкиста Ивана Дубли навсегда останется в наших сердцах. Мероприятие посетил глава города Евгений Первышов, а также представители краевой и городской администрации. Торжественный день, и, как говорил известный маршал Рокоссовский, только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. И я считаю, что это действительно так. Торжественным маршем прошли юноармейцы почетного караула города Краснодара. На торжественное открытие мемориальной доски был приглашен настоятель храма Рождества Христова протоиерей Александр Игнатов. Сегодня мне хотелось бы пожелать здоровья всем тем, кто собрался. Пожелать мира и благополучия всем тем, кто стоит сегодня на страже и на рубежах нашего Отечества. Ребята, которые стоят в строю, которые носят сегодня погоны и военную форму. И хотелось бы пожелать мудрости нашим правителям, которые сегодня действительно призваны Богом сохранить мир в Отечестве. Пусть Господь вразумит власть имущие, а народу нашему даст память о тех сынах, которых мы сегодня вспоминаем, чтобы мы не только помнили о них в день открытия памятной доски, а чтобы каждый день мы молились за всех тех, кто отдал жизни свою за веру и Отечество, ценой собственной жизни, защищая наше дорогое Отечество. Будем молиться о их упокоении и будем желать многое лето и доброго здравия всем вам живым.